Хочу поделиться с вами замечательным рецептом тыквенного кекса. Начинаем взбивать яйца. Сначала на медленных оборотах, постепенно увеличивая скорость. Как только появляются первые пузыри и масса начинает вспениваться, постепенно начинаем частями вводить сахар. По рецепту у нас 4 яйца, 200 грамм сахара. На максимальной скорости продолжаем взбивать минут 5-7. Масса наша загустела, увеличилась в объеме. Теперь можно добавить растительное масло 100 мл. Далее у нас идет цедра одного апельсина. Добавляем в тесто пряности. Это у нас мускатный орех, 1/4 чайной ложки и столько же молотого имбиря. Сюда же отправляем 2 чайные ложки корицы. 150 грамм грецких орехов, 300 грамм тыквенного пюре. Думаю, не нужно рассказывать в подробностях, как приготовить тыквенное пюре, это знают все хозяйки. На минимальной скорости миксера доводим массу до однородности, долго взбивать не нужно. Просеивая, добавляем муку 350 грамм, 1/2 чайной ложки соды и 1 чайную ложку разрыхлителя. Готовое тесто перекладываем в форму для выпекания, которая у нас заранее подготовлена, промазана маслом и присыпана мукой. Выпекать нужно в заранее разогретой духовке при температуре 170-180 градусов 50-60 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Так как у меня форма небольшая, а тесто осталось, я решила сделать еще и капкейки. Тесто совершенно не капризное, кекс получается очень воздушным и ароматным. Верх можно украсить по своему вкусу и усмотрению, шоколадной глазурью или сахарной. В моем случае это сахарная глазурь.
которая состоит из лимонного сока и сахарной пудры. Ну и, конечно же, миндальные лепестки.